Североафриканское отделение террористической группировки «Аль-Каида» освободило двух испанских заложников. По сообщению телевидения «Аль-Арабия», это стало частью сделки с боевиками. Заложников отпустили в обмен на освобождение из-под стражи одного из сообщников боевиков. Боевики из так называемого «Магрибского отделения «Аль-Каиды» в Северной Африке регулярно берут в плен иностранных граждан. В прошлом ноябре они похитили в Мали трех испанцев, которые сопровождали неправительственную организацию «Караван солидарности». В марте одну из заложниц, Алисию Гомес, отпустили. В обмен на двух других испанцев террористы потребовали 5 миллионов долларов и освобождение нескольких заключенных боевиков.